Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Джанва Самаюктам Бинда Банам Манохарам Банча калпатору вашчаки пасинду вебач. Патитананг павоне бхавишна вибью намо намаха. Муканкароти вачаланг пангунланг хетгирим. Ятки патаманг ванде парма нандамадбам. Биндави тусиде бипиави кесвасач. Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Мудирай Шанкиртане Кришна Катху Падеше Гаурия Патрашья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Баруньо Дхейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Титхас Падам Сива Биринчанутам Сараньям Бхитаттихам Панатопалли Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качанда Мани Чатая Биспуриджита Кимапига Бхавадуш Вадарши Пурнану Рагура Сусагура Сарамурти Сарадхикамай Када Кивам Караш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна 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 Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanu lambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishyambaro dijavaro yugadharma palo Банде ягат приякару, каруна бхутару, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхаван Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури нирантара бигуши табам бхагам Нараяно прияманунга мада пхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Вагиша джушо бадане Лакшмир яшача бхакшаши Ясастиде самби Пам нишинга махам бхаджи Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама
Tvam bhakti yoga paribhavita hitsaro jvasase shutekshita patanonana tupungsam jad jad dhiyat uruga yabhivavayanti tat tat panayase sadano grahayo Tvam bhakti yoga paribhavita hitsaro jvasase shutekshita patanonana tupungsam Jad jad shiyata urugaya vibhavayanti tat tat vapu pranayase shadano grahayo. Gaudiya Goshipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, Gaudiya Goshipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, то, что делать что-то для удовлетворения публики и Верховного Господа — это совершенно разные вещи. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что делать что-то для удовлетворения публики или для Верховного Господа — это совершенно разные вещи. И провозгласить это, для этого нужно громко и говорить об этом во всеуслышание. Это есть бхакти. Вы должны говорить об этом подобно льву и пытаться утвердить сиддханту, говорить перед публикой. Это называется бхакти. Скрывать абсолютную истину — это не проповедь. Много раз я говорил раньше, что полуправда, она опаснее, чем ложь. Если мы хотим говорить полуправду, это более опасно, чем говорить ложь полностью. Шрила Прабхупада говорил, если я буду что-то делать для удовлетворения публики, если я не буду следовать Апракрита Гуру Парампаре, если я не буду готов следовать Апракрита Вани Вайбав и Божественной Парампаре с ее Божественным знанием, то это не бхакти. Если мы хотим проповедовать какую-то себятину, то это зовется, не зовется бхакти ни в коем случае. Много людей, они гневаются, печалятся, когда они слышат об абсолютной истине, не могут это переварить. Конечно, это не моя ошибка. Почему они не могут принять и осознать Верховную истину? Это их проблема. Они не могут следовать ей. Что я хочу сказать? Их дикша несовершенна. Много раз я говорил. Если мы будем пытаться находить какие-то ошибки в Гуру Вайшнава, какие-то недостатки, это значит, что наш даршан, он скверный. Мы все пытаемся найти недостатки в Гуру Вайшнавах, мы не можем сказать, что говорят Гуру Вайшнавы, находимся ли мы в гармонии с ними, можем ли мы спросить свое сердце. Кто может так сказать, что он находится в гармонии с Гуру Вайшнавами? И главная проблема в том,
что когда Гуру Вайшнава говорят очень жестко, мы думаем, что у них недостаток Тринадапи. И глупые люди не понимают, что это выражение большего Тринадапи. Можно привести пример с математикой. Кто может говорить об абсолютной истине, подобно Льву, только чистой Вайшнава? У других не хватит смелости. Иначе обычные люди не могут, обычные проповедники не могут такого сделать. И вот Вриндаван Дас Такур Махаша, он несомненно, у него есть смирение. И если он говорит, что может ударить по голове тем людям, которые не принимают эту Сиддханту Нитьянанда и Гуранги, то глупые люди думают, что у него нет никакого смирения. Они не могут понять, что Вриндаван Дас Такур, он более милостив для нас. И поэтому он хочет так сделать, чтобы пыль с его стоп попала на голову таким людям, и они изменили свое мировоззрение. И этого мы не можем понять. И в этом баджан этого Вриндавана Дас Такура. И мы совершаем ошибки во множестве шагов. Если мы думаем, что если кто-то думает, что он оскорблен, услышав об абсолютной истине, о том, как нужно делать, то это все равно хорошо. И такие люди вскоре поймут, что они были неправы. И вот Гауди Гуштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамхамса Джагадгуру сказал, что по указанию Сачитананды Бхактивинода Такура, когда я хотел принять прибежище у лотосных стоп Парамхамса Ачарьи Шрила Гуру Кешавадас Бабаджи Махараджа, он хотел избежать меня. Я не мог понять, почему. И после этого, по беспричинной милости Шрила Парамхамса Гуру Кешавадас Бабаджи Махараджа, я мог увидеть красоту его лотосных стоп сразу же. Сияние исходило из его лотосных стоп, я увидел. И подобно, он был подобен сияющему солнцу. Я не мог видеть. Я мог осознать красоту его лотосных стоп, но только по его беспричинной милости я, но столько сияния исходило с его лотосных стоп, что буквально был ослеплен этим сиянием, и после этого, по милости Гурупад Падмы, я смог осознать то, что из-за моего ложного эго, из-за гордости своим образованием и происхождением, поскольку я родился в высокой семье, nice looking,
И в этом беспричинная милость моего Гуру Падмы, что вначале всего он хотел разрушить мое ложное эго, поскольку здание ложного эго, оно вот стоит на гордости своим происхождением, образованием и еще чем-то. И в этом моя ошибка, что я всегда ну, в общем, люди всегда гордятся чем-то, какими-то материальными достижениями, выражают ложное эго прямо или косвенно. И даже когда говорю кому-то «иди сюда», то в этом случае, если мы зовем кого-то Прабу, это тоже наше... наше, как сказать... не смирение, поскольку мы если кого-то зовем Прабу, но отношение как будто зовем собаку, а не господина. И в этом наше... Ну, такие люди думают, что они выше тех, кого зовут, и в этом наш даршан. В таком настроении, если мы хотим совершать харибаджан, то как я могу помочь вам? Нужно исправиться. Кто-то гордится, что он профессор, судья или доктор какой-нибудь. Люди не могут видеть, не могут сказать, как Санатана Госай, что я дживатма, что я падшая душа. Куда я могу пойти? И в этом статус нашей дикши, я знаю, кто-то гневается на меня из-за того, что я говорю, то, что есть, но я не могу обмануть вас. Много раз я говорил. Шрила Прабхупад хотел сказать, когда Гуру Падма видит, что у нас есть какое-то ложное эго с таким ложным эго, если кто-то получает дикшу, это глупо. Если кто-то очень подвержен своему ложному эго и хочет получать дикшу, то толку от этого нет. Но Садгуру Парамхамса Гурудев никогда не говорит, не гордится собой, думает, что он падшая душа. И Парамхамса Гурупад Падма никогда не принимает никаких, не делает учеников, он делает гуру. И его, он постоянно учится у всех. Он Парамхамса, он воспринимает своих учеников как гуру. Парамхамса значит отвергнуть скверные вещи. Ну, в общем, Парамхамса это пример с лебедем приводится, что хамса, он может выпить молоко и смесь молока с водой, как Парамхамса. И так и вайшнава не видит хорошие во всех и не замечает, видит хорошие качества других. Возможно ли это для нас с вами? И Шрила Прабхупад хотел сказать, мой Гуру Падма вначале всего хотел разрушить мое ложное эго, чтобы здание моего ложного эго, оно разрушилось. И когда здание ложного эго, оно упадет, то тогда я почувствую себя беспомощным. Я буду пытаться найти какую-то поддержку где-то. Поскольку до тех пор я думал, что ложное эго — это моя надежда. И
И в этом случае я пытаюсь получить подлинную поддержку от Гуру Вайшнав. И это, и когда мы не видим никакой надежды, кроме Гуру Вайшнав, это и есть подлинная дикша. И, конечно, есть множество людей, которые раздают дикши, но Шрила Прабхупада никогда не признавал их. Это нельзя назвать дикшей. Если это было бы дикшей, то почему вы не обретаете божественные знания? Если вообще вы получили посвящение, то почему вы не получаете этого божественного знания? Значит, это... Значит, вы не получили настоящего посвящения, недостаток анугати, какой-то ложный эго у вас есть, какие-то корыстные желания. И какие, и что же в таком состоянии можно достичь? И вот Шрила Прабхупада говорит, если есть ложное эго в нас, я никогда не смогу изучать Писание, слушать Харикатху по-настоящему. Может, мы находимся перед Гуру Вайшнавами? Но в этом случае слушание Харикатхи не будет настоящим, и изучение Писаний тоже не будет настоящим. Я очень счастлив. Что я не могу выразить степень своего счастья, что один из моих гуруваги, он один из учеников Шрилы Прабхупады, моей гуру-враги, он выразил чувство моего сердца. Я был очень счастлив, видя, что этот великий преданный вечный спутник Бхагаван Шрилы Прабхупады, его имя Шри Садананда Свами, он написал то, что было у меня на сердце. Иногда я чувствую себя беспомощным, но если я могу обрести общение с такими возвышенными саду. И вот я пытался обрести общение с Шрила Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махараджами и другими великими преданными. Иначе как? Я, по крайней мере, пытаюсь что-то сделать. Какое-то служение незначительное. Но все же это было невозможно. И достичь этого уровня тоже было не так просто. Я приводил пример с математикой, вы забыли. Что Харикатха, она невозможна. Кто попало, не может говорить Харикатху до тех пор, пока человек не утвердится в Тринадапибаве, он не может говорить настоящую Харикатху. Кто-то жалуется, что Харикатха слишком жесткая, но если Вайшнав он говорит Харикатху, как Шрила Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махарадж или Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, когда они говорят Харикатху, они испытывают чувство огромного смирения. И поэтому настоящая Харикатха, она является в них. Просто что-то говорить мало, нужно еще чувствовать то, что мы говорим. Если не было бы Тринадапи, если бы не было такого чувства глубочайшего смирения, то без него никто не сможет говорить настоящую Харикатху. И если у вас есть сомнения в каком-то вайшнаве, есть у него смирение или нет, то лучше не приходить к нему, иначе
можно неосознанно совершить оскорбление. И в этом большая проблема. И вот без Тринадапи, если кто-то говорит Харикатху, это глупо. Это невозможно. И так или иначе, если я готов ответить на этот вопрос по Харикатхе, то мы должны думать, что мы... Но Шива как раз говорит о том, что если есть какие-то сомнения, то их нужно развеять. Говори искренне, Парамхамса Гуру Вайшнава должны проповедовать. Почему? И вот я хотел сказать, что только и только те, кто Парамахамсани, могут проповедовать по-настоящему. Но мы слышали также, что Парамахамсани не проповедуют прямо, как Рупа Санатана Гуркиша Дасбабаджи Махарадж. Они великие проповедники по желанию Гуранги Махапрабху. Они лучшие из проповедников во всей Вселенной, не только в этом мире. Даже полубоги могут прийти и слушать Харикатху Шрилы Прабхупады. Бхактисиддханта Сарасвати даже. Я не совершаю никакой ошибки, говоря так. Я говорю Сиддханта, и если мы находимся в парампаре, в шроута парампаре, в наставнической преемственности, если мы полностью утвердились в шроута парампаре, то очень мала вероятность совершить какую-то ошибку, поскольку не я говорю Харикатху, а Гуру-Варга говорит через меня, и такой вечер. Он пришел в мое сердце, по милости Гуру-Варги, я говорю так, и Шрила Садхананда с вами, мой Парамхамса Гурупад Падма, говорит, что обусловленные души, они не могут слушать Харикатху совершенным образом. Обусловленные души не могут изучать шастру и сиддханту. Это невозможно для них. Хотя кто-то вроде читал Джарадхарму два раза или еще что-то. Шрила Прабхупад говорил, что если мы хотим стать вайшнавом, то Джарадхарму мы должны читать 108 раз, чтобы осознать все глубокие вещи, которые говорятся там. И тогда мы можем стать подлинным вайшнавом. Мы должны следовать чистым Гуру Вайшнавам должным образом. Наше самопредание должно быть идеально. Шрила Садхананда с вами хотел сказать, мой Гуру Пад Падма также, то, что почему я говорю так. Например, далеко кому-то манту, кто-то хочет. Манту не только услышать, еще увидите, записано в виде дать. Ну что вы с ней будете делать, с этой записанной мантой? Может, запомните, будете читать, запомните наизусть, но когда вы обретете милость Гуру Вайшнавов, то даже во сне вы можете осознать, что Гурудев, он любит нас, и тогда вы осознаете подлинное значение этой мантры, иначе просто прочесть ее не поможет.
И вот Сананда с вами хотела сказать некие сокровенные вещи, что читая их, я был очень доволен. Я понял, что это, несомненно, слова Шрилы Прабхупады проявились через его статью. И вот он хотел сказать, что мы смотрим на Харинам, Хари Кришна, мантру. Но когда мы встретимся с Харинамом непосредственно, что я хочу сказать? Например, есть Харинам Махамантра, написано, мы поклоняемся ей как Намбаме. Но вот с другой стороны смотрим какие-то буквы, набор букв. И до тех пор, пока мы видим буквы в этой Махамантре, в этой мантре, это не признак несовершенного даршана. И также Шрила Прабхупад хотел сказать, и Шрила Садхананда Прабху хотел сказать, мой Гуру Падма, и я тоже самое хочу сказать. Я могу запомнить множество шастр. И вот кто-то может запомнить и говорить что-то, что узнал из этих шастр, но настоящая ли это проповедь? Проповедь значит то, что мы должны поделиться своим чувством с вами, если я по-настоящему вас люблю, как отец, как ваш сын. Я хочу поделиться с вами прямым чувством. Я никогда не хотел обманывать вас, и это моя ошибка. Поэтому многие недовольны, поскольку я никогда не хотел обмануть никого, поэтому многие недовольны, не видят каких-то обычных материальных вещей. И вот слушать Харикатху, изучать мантру и писание, каково глубины значения всего этого, что я хочу сказать. То, что вы должны встретиться с тем, что обозначают эти слова, как вы сидите со мной, рядом со мной здесь, в помещении, должны увидеть четко каждое слово, которое произносится. Подлинные харикатхи, слова подлинные харикатхи, подлинные мантры, у них есть вечная духовная форма. Но мы слепы, и поэтому мы не можем видеть. И в тот день, когда вы будете способны увидеть Харикатху, Сиддханту и все другие мантры, которые вы получили, то тогда получение вашей мантры, вы достигли совершенства в этой мантре. Множество людей, кто может говорить о себе, что не знают Брахма-татву. Кто-то может заявлять, что не знают Брахма-татву. Но знать Брахма-татву и осознать Брахма-татву — это совершенно разные вещи. Есть множество преданных, сотни тысяч, я могу с уверенностью сказать, что я не пытаюсь Я не думаю так, что каждый поймет эту харикатху, поскольку я знаю, что настоящую харикатху мало кто может понять. Может, всего лишь несколько слушателей.
И если они поймут и обретут милость Харикатхи, то я обрету милость от Гуранги Махапрабху. Кто-то говорит о массивной проповеди, но настоящую Харикатху мало кто может понять, что говорить о широкой проповеди. И чем? И вот каждая харикатха подлинного трансцендентного сада, иногда огонь исходит из нее. И это называется подлинная харикатха, но многие, некоторые думают наоборот. И вот я не говорил, но Махарадж имеет в виду, Махарадж хочет сказать, что Парамахамса Гуру Вайшнава не могут куда-то ездить на проповедь или никуда не ездить, но благодаря своему баджану они влияют на весь мир, и их баджан это и есть их проповедь. Для этого не обязательно куда-то ездить. Но еще хотел сказать, что лучше, если какие-то возвышенные преданные будут проповедовать, а не обычные люди. Но опять же, такие парамхамса вайшнава, они должны снизойти на уровень матхи-матхикари, тогда получится более-менее широкая проповедь. Это условие, о котором говорил и делал Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Бхактисиддханта Гасайи Махарадж, Шрила Бхакти Дайта Мадхава Гасайи Махарадж, Бхакти Прадип Тирта Гасайи Махарадж, Бхонтев Гасайи Махарадж, Шрила Гасайи Махарадж. Думаете ли вы, что они не парамхамсы? Это мой вопрос вам. И как вы можете говорить, что они бесполезны? Думаете ли вы, что они не парамахамсы? Но я могу с уверенностью заявить, что они все парамахамсы. Но если они на уровне парамахамсы будут проповедовать, то кто поймет те высокие вещи, о которых они говорят? Поэтому они специально снизошли на предыдущий уровень внешне. Внутренне, несомненно, парамахамсы, но внешне они снизошли на уровень матхи-матхикари. Для... для того, чтобы проповедовать, если бы Шрила Прабхупад по своей беспричинной милости, он не снизошел бы на уровень матхи-матхикари, то кто бы понял его слова, его послания? И даже после этого, когда он снизошел на уровень матхи-матхикари, то не все поняли, далеко не все смогли принять его возвышенное учение. И в этом беспричинная милость Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура, Шридхар Госвами Махараджа, Бхонтев Госвами Махараджа, Госвами Махараджа. Мы
мы даже не ученики в детском саду. Не обижайтесь. Что говорить о каких-то более взрослых ступенях? И мы даже этого не достойны. Этот Гауди Даша настолько возвышен, настолько тонок, что мы не можем войти на путь этого Гауди Даршина. И в этом наше такое бедственное состояние. И поэтому мы превратно понимаем Гуру Вайшнавов, поскольку мы как есть один знакомый, он какой-то знаменитый профессор, ученый по математике, ну, по какой-то науке. Он своему сыну говорит, пятилетнему, но вот он пытается научить его алфавиту, смотрит А, Б, В. И видя это, можно сказать, что он какой-то дурак, ничего не знает, что он какую-то азбуку преподает своему сыну, хотя работает он профессором всемирно известным. Но когда он учит своего ребенка, то он объясняет такие простые вещи, как азбука. И если кто-то заметит это, может сказать, что очень низкого уровня профессора какую-то грамматику преподает. И вот внешнее суждение многих людей таково. И в этом и проблема, что видят люди только какие-то внешние незначительные вещи. И с таким мировоззрением, если кто-то хочет получить доступ к Гауди Даршину, то это бесполезно. Все попытки таких недостойных людей будут обречены на провал. Мы сначала должны стать достойны, и потом сможем войти на какой-то более высокий уровень. Кто-то надеется на свою власть, на богатство, еще на какие-то материальные вещи. Но если перед смертью таких людей спросить, чего вы достигли в жизни, чего ценного, как в случае с тем Майавади, Мадхусудан Сарасвати Падам. Он был знаменитый пандит в майявадской сампрадае. Но потом, по беспричинной милости Гуранги, он принял Гауди Даршан. Он написал книгу, которая... И вот, в общем, написал книгу. Ну, и Махарадж говорит, что должен использовать правильные слова для обозначения, как про Майавади, например, слово «сева» к ним неприменимо, поскольку у них нет никакого ни духа, ни даже запаха сева. И вот этот человек, Мадхусудан Сарасвати, он написал одну книгу «Адвайта Сиддхи». Вот такого размера большую. И вот можно быть очень удивиться, что то суждение, то
То есть там множество свидетельств приводит, что все читатели признают эту майявадскую философию. Он сам с Бенгала, сейчас это часть Бенгала, Бангладеша стала, но потом по беспричинной милости Гуранги Махапрабху, он пришел сюда, в Навадвипу, как сумасшедший. Если буду говорить о нем, о моем практическом опыте, о то, что я узнал от Гурванги, это займет жизнь о жизни. Даже на Навадвипе много случаев я могу рассказать, что майявади никогда не верили в Верховного Господа. Они стали преданными. Но каково мое состояние даже после принятия прибежища такого возвышенного, все же мы слепы. И у многих дикша, она подобна дикше Рамачандры Пури. Когда бы... Когда мы получили дикшу, это не столь важно, а гораздо важен результат этой дикши. Кто-то мог получить дикшу от Мадхавенды Пури или от других возвышенных душ, но нужно посмотреть на плоды этой дикши, как дерево познается по своим плодам. И это я хочу увидеть. И Шрила Прабхупад говорит, что говорить о... И вот пытайтесь помнить, не забывайте, что говорить. Вот Шрила Прабхупад говорит, что таких людей не то, что остатки пищи их нельзя принимать, даже своим давать нельзя. И кроме Шрилы Прабхупады никто не мог заявить так, и поэтому никто не может сравниться с Шрилой Прабхупадой. Он бесподобен и безупречен. А те, кто пытаются соревноваться с ним, они просто уничтожают себя и свое общество. Мы не должны соревноваться с Гурупадпадмой. Гурупадпадма — это не тот, кому мы должны завидовать. Шрила Прабхупад говорил, что говорить о том, чтобы принимать остатки пищи своего Гурудева. Это про такие, про недостойные гуру, то что... В общем, надо 7 раз подумать, перед чем кого-то в качестве гуру принимать. И... Such a very dangerous situation. Many times I told, the condition of disciple is more far greater than Guru Padma. Иногда можно видеть, что состояние учеников гораздо лучше, чем их гуру. К сожалению, это такое часто бывает, и поэтому вот так происходит, особенно если они всякие недостойные гуру размножились. И вот я хочу сказать, что Гуру Кишвардас Бабаджи Махарадж, он ни с кем не соревнуется и не проповедует, но его ачарон, что такое ачарон? Ачарон — это не какая-то драма перед тем, истина, голая правда, она всегда очень горька.
но я должен рассказать о ней, я должен говорить о ней, о горькой правде, чтобы защитить поток моей сампрадаи. Если весь мир он нападет на нас, то все, то я не беспокоюсь. И все равно мы должны продолжать идти по этому пути, по милости Нитянанды, по милости нашей Гурварги. И вот некоторые думают, что поскольку Шрила Гуркишвара Бхабаджи Махарадж не проповедовал, то он Парамхамса, а Шрила Прабхупад проповедовал, то он не Парамхамса. Это глупое суждение. Шрила Прабхупад, он Парамхамса. И когда мы осознаем всем сердцем, и мое... И когда мы осознаем, что Харикатха, если мы говорим Харикатху в соответствии с наставлением Гуру и Вайшнавов, в соответствии с Гуру Бхагавадгитой, настоящий Харикатха — это настоящий баджан. Что такое Гауди Даршан? Гауди Даршан значит говорить Харикатху, повторять Харинам, чтобы спасти обусловленных душ. Это наше служение. И когда я говорю с вами, когда я даю что-то вам, это мой баджан. И какие-то глупые люди не могут понять. Даже если я говорю о чем-то с вами, вроде бы какие-то внешние материальные вещи, то это тоже баджан. И когда я и моя любовь к вам, она должна быть, не должна быть ложная, вы должны чувствовать огромное влечение к тому трансцендентному миру. И это настоящая любовь. И у меня есть такой практический опыт. Я не рассказываю о какой-то ложной философии. И я очень был обеспокоен. Не хочу называть. И вот Гуру Махарадж был там. И я очень беспокоился из-за поведения одного человека. И вот я хотел уехать из... И вот я хотел уехать, и тот Гуру Махарадж, он почувствовал, что со мной что-то не так. Что я обеспокоен, опечален. И вот он написал мне письмо. Письмо, но до сих пор со мной, и вот он написал мне письмо, что еще написал письмо и с помощью какого-то маршала из Поланда, но не забыл, как его зовут, духовная фамилия маршала у него, и вот Гуру Махарадж написал письмо. Узнал, что я... Но он узнал, что я в Кавкалну уехал, и вот через этого маршала передал мне письмо. Тот в Кавкалну уехал, по пути мне отдал. Я... Гуру Махарадж пожилой был, руки тряслись, его писал не очень разборчиво, но дух письма я прекрасно понял. Хотя слова, может, не все. Ну и вот, также, если мы изучаем мантры, это не столь важно. Гораздо важнее почувствовать дух мантры. Как я тогда не смог полностью прочесть письмо Гурудева, но по его милости я смог осознать дух этого письма, его значение. So it is not a matter of joke.
И вот Шрила Прабхупад говорит, Шрила Прабхупад и прочие Парамахамса, они должны говорить Харикатху, может им придется снизойти на уровень Матхья-Матхикари, чтобы проповедь была успешной, поскольку Уттама-Матхикари, они куда бы ни, ни смотрели, не видят своего Иштадева, своего поклоняемого Господа. Парамахамса, преданные, они всегда, куда бы они ни смотрели, они видят своего Иштадева, поклоняемого Господа. И, но они должны снизойти специально, если они смогут снизойти на уровень Матхья-Матхикари. И вот Матхья-Матхикари, они могут судить о ком-то и принимать решение, нужно дать харинам такому человеку или нет, поскольку если кто-то приедет к Уттама-Матхикари, то он не делает различий, он видит весь мир, что весь мир Вайкунтха. И если, как если наш Гурудев не скажет, что правильно, что неправильно, как мы сможем что-то изучить. То есть мы должны не только положительные стороны, также отрицательные знать. Парамхамса не видит ни в ком недостатков. Так и, а чтобы исправить наши недостатки, нам кто-то должен указать на них, и поскольку сами мы их часто не видим. Но опять, если нам кто-то указывает нам на наши недостатки, это не значит, что этот человек падшая душа, это глупо так полагать. Шрила Прабхупад говорит, что Гурупад Падмана должен указать нам на наши недостатки, чтобы мы исправили их, и это не будет причиной его падения. Только Парамхамса, Гуру Вайшнава, они могут показать нам наши ошибки, на то, что мы делаем неправильно. Но это не значит, что Гурупад Падма падет из-за этого. Шрила Прабхупад говорит, мой Гурупад Падма, он всегда показывает мне мои недостатки, и это не причина его падения. Но другие люди критикуют кого-то из этих качеств. И это становится причиной их падения. Множество харикатхи. Но времени нет рассказать обо всем. И вот я хотел сказать, что те, кто Парамахамса, не могут проповедовать, поскольку это для них возможно вложить чувство Севы внутри нас, что они могут они могут вложить чувство своего сердца в наше сердце, и это называется подлинная проповедь. И если кто-то думает, что он выше меня, то Махарадж имеет в виду, чтобы учиться, чтобы что-то узнать на пути бхакти, у нас должно быть смирение. И Гопал Бхатта Госвами, вечный спутник Гуранги Махапрабху. Что хочу что-то сказать о нем, и вот Шрила Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж. Гопал Бхатта Госвами Пад. Я уже сказал, что он родился в Шриранга-кшетре, с Шрирангом, это Вайкунтха, и там его отец,
И дядя ей уже сказал, Тирумалла Бхатта, Венкат Бхатта, Венкат Бхатта — это отец Гопал Бхатта Госвами. И два дяди. Один Тирумал Бхатта, другой Прабхутананда. И я хотел сказать много вещей о них, но не смог. Гопал Бхатта Госвами начал учиться в малом возрасте. И он получил образование от Махараджа. Какого? От Прабхутананды Сарасвати. Он стал Махарадж Саньяси. Не могу сказать, что он его дядя. Может, в прошлой жизни, перед тем, как он получил саньясу, он был дядя. И вот он получил образование от Шрилы Прабхутананды Сарасвати. И вот когда он учился грамматике, аланкару, шастре, и вот если ваш ум не сконцентрирован на чем-то, то беспокойный ум, он не может обрести стабильность баджани. Мы должны развить нашу стабильность. Ваш ум должен прорасти корнями в Гауди Баджан, и тогда это дерево вашего Гауди Баджана может устоять, иначе из-за каких-то ветров, циклонов его снесет. Если мы не укрепились на пути Гауди Баджана, то наш этот баджан ветра может снести. Вот Гопал Бхатта Госвами получил образование от Прабхутананды Сарасвати Пада. И еще я хочу сказать то, что забыл в прошлый день сказать. И вот перед тем, как получать какое-то духовное образование, вы должны принять прибежище лотосных стоп чистых Гуру Вайшнавов. Посвящение, без посвящения ваше слушание, изучение шастры, оно несовершенно. И правило обычное было в те дни, то, что все, кто хотел получить духовное образование, он должен сначала принять прибежище у садгуру брахманов, у чистых брахманов или вайшнавов. И также в нашем Гауди обществе Шрила Прабхупада говорит, и вот он говорит о том, что же Сиддханте. И вот какие-то саньяси сказали Шриле Прабхупаде, что вот этот человек, он достаточно искренен, можем ли мы сказать такую-то Сиддханту ему? Нет, еще не время, пускай он слушает, и пускай его уши разовьются до той степени, чтобы услышать трансцендентный звук. Шрила Прабхупада говорил, что наши уши должны очиститься, чтобы услышать трансцендентные звуки. И когда вот наши уши разовьются до такой степени, что они станут безразличны ко всем материальным вещам, и тогда никакой шум материального мира уже не повлияет на нас. И тогда такие преданные даже среди всего этого материального мира могут совершать баджан, слушать трансцендентные звуки, и материальное не будет задевать их. И это будет такой уединенный баджан, хотя внешне его
незаметно, что они в уединении находятся, глупые, без люди, не имеющие терпения, не могут такого слушать, могут пойти к кому угодно. И, он, и вот я не могу уделять время каким-то глупым людям. Конечно, у меня есть любовь ко всем, но все же я хочу всем помочь, но больше тем, кто заинтересован в моей помощи. И вот Шрила Прабхупад говорил, пускай они разовьют свои уши, свою способность слышать, и потом мы можем дать им что-то, чтобы они развивались дальше, и в процессе слушания Харикатхи и Киртана наши уши очистятся, наше сердце очистится. И тогда мы осознаем, что такое подлинная Харикатха, что такое мантра. Но все же мы можем пытаться. И моя просьба к вам, не совершайте никаких оскорблений. Меньше баджаны можно совершать это. Не так плохо. И после этого мы сможем продолжить, но главное не совершать никаких аппаратов, никаких оскорблений. Это моя просьба ко всем вам. И вот Гопала Бхатта Госвами, он, будучи маленьким мальчиком, и вот Махапрабху Шри Кришна Чайтанья был в их доме, я в прошлый раз говорил, я хочу сказать о важных вещах сегодня, которые не успел в тот раз, и вот он уже получил священный шнур после посвящения, и посвященный шнур, ну, по ведической традиции получает примерно 12 лет. По каким-то мнениям 16, но лучше не позже 12, а еще лучше 8. И все это зависит от осознания, от качества человека конкретного. Брахма Гаятри, она очень важна, очень сокровенна. И Брахма Гаятри, она поможет нам избавиться от нашей материальной обусловленности, но Матаджи не, им не позволяется получать Брахма Гаятри. Есть причина этому. Они могут получить Гуру Гаятри, Гуру Гаятри, Кама Гаятри, Кама Биджа, Махамантра, она доступна всем. И вот множество аспектов баджана мы должны изучить, это не шутки. Как мать, иногда можно видеть, она вот, в Калькутте, в Чайтанья Гауди Матхе, я видел, как эта мать пришла, положила ребенка перед воротами Гауди Матхе и убежала. Кто-то отругать ее пытался, но она все равно убежала. И вот пример. Подобно тому, как мать, если она беспомощного ребенка оставляет на улице, чтобы кто-то взял и позаботился о нем. И сейчас такое же состояние дикши. У Гурудева есть обязанность вести своих учеников, помогать им, но не все готовы это делать, готовы только брать деньги, а что-то делать не готовы. Все просто раздают дикши всем подряд, и все на этом. Каждый преданный, те, кто подлинный Гурудев, он всех помнит и заботится обо всех.
может физически, если не может, то в уме, по крайней мере, он помогает им находиться на пути баджана, не позволяет пасть с духовного пути. Может, вы не можете поверить, но я приводил такой пример, как черепахи. Они откладывают яйца под песком, поскольку эти черепахи мужского пола, они эти яйца могут съесть, поэтому она куда, эти черепахи женского пола куда-то подальше уходят и откладывают яйца, чтобы никто не заметил. Но все равно она откладывает яйца где-то далеко и в уме потом заботится, насиживает эти яйца. Кто-то думает, что это не практично, но действительно так, можно в уме заботиться. Вот она, как эти черепахи, в уме высиживает яйца, заботится о них, думает о своем потомстве. И в процессе такого умственного высиживания яиц эти черепашки рождаются. И также Гуру Махарадж, он заботится о нас. Если физически ушел из этого материального мира, то все равно это глупо думать, что он умер. Гурдев, он вечен. Шрила Прабхупад, он вечен. И все равно Гурдев так вот в уме, он заботится о нас. Когда Шри Чайтанья Махапрабху был здесь, он сам Верховный Господь. И вот Гопал Бхатта Госвами получил возможность служить лотосным стопам Махапрабху. Махапрабху всегда отдавал остатки своей пищи Гопал Бхатте Махапрабху. Он сказал отцу и матери этого ребенка, чтобы его не женили, и Махапрабху, уходя, он дал такое наставление. И он сказал, что нужно его отправить во Вриндаван вовремя, в какое-то время, в какое именно. И Махапрабху сказал этому маленькому Гопалу: Гопал, когда твой отец и мать будут оставлять этот мир, тогда ты приходи во Вриндаван. Отец и мать, у него были великие вайшнавы, и Махапрабху узнал, что они вскоре оставят тело. И вот Махапрабху мог видеть, что Верховный Господь видит настоящее, прошлое и будущее. И таким образом Гопал Бхатта Госвами, я кратко расскажу о нем, он отправился во Вриндаван. И вот они были в Рамануджа Сампрадае все. И по милости Гуранги Махапрабху они осознали величие более высокой расы. И они не оскорбляли никаких предыдущих гуру своих. Как Валабхачари, он тоже получил мантру. До этого он совершал Балгопал мантру, но потом, благодаря общению с Гуранги Махапрабху, Адвайта Гасая, Нитянанда и великими преданными, он изменил свою мантру, он просил Кишор Гопал мантру у Гададхара Пандита. Гададхара Пандит не был готов дать ему эту мантру, поскольку я без воли моего Господа не могу ничего делать. Но в итоге он получил эту мантру. И смотрите, мантра и мантра Девата. Если мы поклоняемся нашему Гуру Махараджу, поклоняемся Шриле Прабхупаде ежедневно, если Шрила Прабхупад не придет к нам, не явится перед нами, как мы можем поклоняться ему? Это невозможно.
даже во сне. Гуру Вайшнава, они показывают наш, они являют анугати, полную покорность. А если кто-то гордится тем, что получил мантру от какого-то великого вайшнава, ну, некоторые люди получат посвящение какого-то великого вайшнава и заявляют на каждом шагу, что ученик там такого-то, такого-то, что все должны кланяться ему, деньги давать, всяческие знаки уважения высказывать. И таким образом, вот из-за таких людей надо духовный путь оскверняется, но наставление Шрилы Прабхупады в том, мы должны поддерживать поток Бхактинандары в первозданном виде. В нашем ежедневном баджане, но кто делает это? Некоторые люди хотят сжечь джайва-дхарму. Но такие люди сжигают джайва-дхарму, они сжигают Шрилу Бхактивинода Тхакура. И последствия, несомненно, придут всего этого. И вот Гопал Бхатта Госвами оставил дом в соответствии с наставлением Шримана Махапрабху, отправился во Вриндаван, и во Вриндаване он обнаружил Рупу и Санатану. И вот они, поскольку они вечные спутники Махапрабху, они знали, кто такой Гопал Бхатта Госвами, приняли его как своего брата. Рупа Госвами подсовершал баджан, Санатан Госвами тоже. Гопал Бхатта Госвами там совершал баджан. И вот они были в гармонии. Если я не смогу быть в гармонии с Шрилой Прабхупадой и Гуру Варгой, я потеряюсь в этом бесконечном мире. Никакие деньги, никакая власть, ни количество учеников или построенных храмов, оно и какая-то ложная философия, они ничем не помогут нам. И вот таким образом Гопал Бхатта Госвами, он пошел туда, во Вриндаван и Махапрабху. Он послал Каупину и Бахирвасу. Для Гопал Бхатта Госвами. И вот кого-то он отправил с этим, чтобы теперь дали Рупи Санатане, они, соответственно, ему Гопал Бхатте. И вот этот человек взял письмо, и вот вот эти вещи, и Рупа и Санатана, они были очень счастливы, что Гопал Бхатте Махапрабху дал Парамхамса веш, хотя они естественные парамхамсы, им не нужно принимать каких-то внешних атрибутов, как Нарутам Дас Такур, он сам по себе Парамхамса, зачем ему принимать какие-то внешние атрибуты. Все они, вот эти спутники Махапрабху, они естественные парамхамсы, это качество парамхамса, но внутри их сердца, им не нужно внешнее что-то получать, но все же
таковы правила. И вот когда Санатан Госвами встретился с Махапрабху в Каши Варанаси, и тогда so when Sanatan Goswami reached the, you know, the gate of Chandrasekhar Acharya, Mahaprabhu was there inside. Mahaprabhu speaking, you go outside and watch somebody coming. И вот когда Махапрабху находился в доме Чандрасекхара Ачарьи, он попросил выйти, посмотреть, кто же пришел там. Вышли и сказали, что никого нет. Он сказал, правда, никого нет. Посмотрите внимательно, посмотрели, там какой-то дарвиш стоял, похожий на мусульманского саду. И Махапрабху сказал, ну зовите его сюда, поскольку Санатан Госвами, что ему еще делать? Чтобы скрыться, пришлось ему в такой одежде идти, чтобы никто не поймал его по дороге. Когда он зашел, Махапрабху побежал и обнял его. И тот сказал, не трогай меня, я в грязной одежде, но все равно Махапрабху обнял его. И вот он начал, они начали плакать. И что случилось? Махапрабху дал наставление Чандрасекхару. О, Чандрасекхар, возьми Санатану на берег Ганги. Там Ганга течет на юг, но Варанаси Ганга наоборот течет на север. Странно, но это под благодаря влиянию Каши Вишванатха так все наоборот произошло. Я очень люблю Шанкара Шиву с самого детства, не знаю почему. И вот Санатан побрился и пришел к Махапрабху. И до этого он был одет в какое-то очень дорогое одеяло. Махапрабху посмотрел на это одеяло, и Санатан подумал, что что-то тут не так. И он понял, что это дорогое одеяло ему не к лицу. Может, Махапрабху хочет что-то сказать, но не может. Но я понял то, что он хочет сказать, и Санатан пошел. Гад, он нашел там какого-то нищего и попросил, какого-то саньяси, точнее, и попросил его забрать это дорогое дело и отдать свое рваное. Тот сказал, ты шутишь со мной? Нет, не шучу. И, в общем, он поменял это дорогое одеяло на старое рваное, и Махапрабху был доволен им, сказал, сейчас хорошо. Я думал, что если ты принимаешь отреченный уклад жизни, то дорогое одеяло тебе совсем не подходит.
Вот есть такая пословица на Бенгале. И вот Рупа Санатана, они уже Парамахамсы. Что я хочу сказать? И вот здесь очень важно то, что Махапрабху спросил Чандрашекару, Чандрашекар, дай ему какую-то одежду. Санатан сказал, я не могу это взять, если ты хочешь дать мне какую-то одежду, я хочу старую одежду твою, как я могу дать тебе свою старую одежду? Да, если ты дашь мне, то я приму ее, новую не буду принимать. И что же делать? В итоге Махапрабху дал ему какую-то старую одежду, тот постирал, сделал каупину, из нее бахирвасу. И сейчас кто-то может спросить, кто дал ему все это. Но сам Махапрабху Бхагаван Шри Кришна Чайтанья там, он одобрил все это. И зачем задавать глупые вопросы, кто дал ему эту каупину и бахирвасу. Если Махапрабху был доволен этим, то значит Махапрабху это все одобрил. И поэтому глупо спрашивать, кто посмел ему дать. У нас мы должны быть довольны, если вайшнава не одобряют то, что мы делаем, никаких корыстных интересов у нас не должно быть. Мы должны понять, если Шрила Прабхупада одобрил, Гурварга одобрила, то это очень хорошо, каково значение нашего личного выбора. И вот Гопал Бхатта Госвами, он тоже был. Отправил ему вот эту каупину бахирвасу. И вот Гопал Бхатта, он принял омовение в Ямуне и одел эту одежду Парамахамсы. Гопал Бхатта Госвами, он был великим преданным, что Бхагаван никогда не мог отплатить ему, хотя Бхагаван уже сказал, что не может отплатить гопи за их любовь и преданность. И Гопал Бхатта, он тоже гопи. И вот в Гоганадаждипике написано, что кто-то говорит, что Гопал Бхатта Госвами, он Ананга Манджари. Кто-то говорит Гуна Манджари. Но все же кто-то еще говорит, что на Рага Манджари в различных местах. Я не знаю по воле Бхагавана, где он находится, в какой форме. И таким образом они вечные спутники, оба Гугура Баршат и Кришна Рада Говинда Баршада. И вот они совершают баджан таким образом, Рупа и Санатан. Они были очень счастливы. Рагунат, Рупа, Санатан. Их сердце буквально танцевало. И вот хотя Гопал Бхатта, его сердце танцевало, поскольку он обрел общение с Рупой Санатаной, с Рагунатхой. Это долгая история. Гопал Бхатта Госвами, он поклонялся 12 шалграмам. И вот он поклонялся им. Откуда он это все
получил с реки Гандаки, где Шалаграм, они рождаются там по воле Бхагавана Нарайны. Он отправляет эти шалаграммы в воду реки Гандаки, нигде их больше нет. И вот он поклонялся им, совершал баджан. Они совершали иштагошки, Рупа Санатан, Гупал Бхата, Рагунатх Бхата. И по милости Гопал Бхатта Госвами, что у нас есть возможность изучать Сандарбхи и Хари Бхакти Вилас. Мы слышали, что Санатан Госвами написал их, да, но основа была... Как Рупа Госвами написал одну строку, одну шлоку, и это было семя Аштакалилилы. Не все могут поверить. И вот на основе этого наш Кришнадас Кевираж Госвами написал Аштакалилилу. На основе той шлоки Вишванат Чакравати написал Кришна Бхаванамриту. И что я хочу сказать? Вы можете найти какие-то слова на санскрите, но когда Кришнадас Кавирадж Госвами посмотрел на эту шлоку, он увидел огромную глубину в этой шлоке, в этом разница между его видением, его даршаном и нашим. Нарада Махарадж, он хотел дать Бхагаватам Вьясадеве. И он дал Бхагаватам в четырех шлоках, в четырех шлоках, которые он получил от Брахмы. Брахма. Он получил эти четушлоки от Бхагавана Шри Кришны, как вот в этом киртане. Ну, это знание, оно снисходит с этих четушлок. Все самскары, они совершены Бхагаваном, трансцендентным Гопалдевом. И вот Брахма говорит, что он получил все эти мантры от Бхагавана, все эти гайтри, потом четушлоки. Четушлок Бхагаватам он получил от Бхагавана. Хотя вроде они небольшие, четыре шлоки всего, но внутри этих четырех шлок Вьясадев, он из них извлек 18 тысяч шлок Бхагаватам. Но поскольку наш даршан несовершенен, мы не можем это видеть. И когда эти четыре шлоки Бхагаватам, они были даны Вьясадеве через Нараду, то Вьясадев посмотрел на них и осознал их внутреннее значение и раскрыл это как 18 тысяч шлок в Бхагаватам. Это то же самое, что четыре шлоки, эти четыре шлоки Бхагаватам, они не отличны от 18 тысяч шлок в Бхагаватам, которые написал Вьясадев Госвами, в этом нет сомнения. И как это возможно? И поэтому я сказал вам, что вы должны иметь ваше внутреннее видение по милости Гуру Вайшнавов. Не смотреть на внешние слова, а смотреть на суть вещей. И что такое дикша, не каждый может понять глубины значения всего этого. И ответственность Гурупад Падмы, чтобы
дать чувство сердца, если своим искренним ученикам, иначе это невозможно. И таким образом Гопал Бхатта Госвами, он хотел написать синопсис суть Хари Бхакти Виласа, шести сандарб и все остальное. И с помощью чего, по указанию Махапрабху, и с чьей помощью Санатан Госвами он написал Брихат Бхагаватам Хари Бхакти Вилас, точнее. И с помощью синопсиса всех этих сандарб. Как в математике может быть какая-то небольшая формула, но она очень большое значение имеет. Те, кто изучает математику, могут понять это. Как, например, вот это... Вот однажды Махарадж был на экзаменах, ему было около 16 лет, он забыл. Забыл, как решить какую-то задачу, какая-то проблема была математическая, он думал. И потом я вернулся к той формуле. Ну, в общем, смог вспомнить благодаря предыдущему шагу. В итоге сдал экзамен успешно. И таким образом наш Санатан Госвами Пад пишет. Джива Госвами Пад тоже они написали множество книг. И та Харикатха, которую говорю, она снисходит по милости Гурупад Падме. И все это сиддханту можно найти в сандарбхах. И вот Гопал Бхатта Госвами, он поклонился 12 шалаграмам. И однажды он почувствовал какую-то боль. Он хочет И вот он хотел поклоняться божествам. И тут какой-то человек богатый пришел, он уважал его. Хотел дать какие-то украшения для шалограммов. А тот сказал, что у меня божеств нет, шалограмм только есть. Но тот сказал, ну шалограмм можешь предлагать, он Бхагаван. И вот он предложил эти одежды и украшения. Но тот думал, если у меня было бы божество, я могу поклоняться ему, предлагать все эти все украшения и одежду Бхагавану. И вот таким образом, с такими мыслями он заснул. И когда проснулся с утра, принял омовение, совершил арати, и когда открыл свой алтарь, увидел там виграха. Очень прекрасное. Это виграха была очень прекрасна, Радхараман. Я даже не могу сказать, что это суть красоты всего мира. Нет, она была более прекрасна, она уникальна. И всегда, везде я хочу видеть
когда я совершаю джапу или еще что-то делаю, я смотрю на фотографию Радха Рамана. Она очень прекрасна. Я всегда помню ее. И этот Радха Раман явился, и Гопал Бхатта начал плакать, что по моему желанию, Господь, ты явился. Я столько беспокойств тебе принес, могу Шалагавам поклоняться, то же самое, в принципе. Но и сзади этого Радха Рамана можно видеть символ Шалаграма. И вот Бхагаван явился в такой форме, и он начал поклоняться ему. И эта новость распространилась вокруг. В начале Рупа и Санатана, они все побежали увидеть этого Радха Рамана, и увидев, они начали плакать. Как ты обрел столько милости, которая подобна ливню. И вот, чтобы исполнить мое желание, ты явился в такой форме, Господь. И вот месяц Вайшак, в особый день Радха Раман явился в такой форме. Они организовали большой праздник по этому поводу. Гопал Бхатта Госвами иногда посещал место рядом с Харидваром, и там в процессе обратной дороги он зашел в Саранпур. Тогда пешком ходили, не было транспорта. Это сейчас можно с Вриндавана до Харидвара за 4 часа доехать. А раньше пешком ходили, то долго были. И вот он зашел в это место, там было множество браманов, там браманские семьи в основном жили. И вот он встретился с какими-то браманами, они были заинтересованы в том, чтобы стать преданными. Они готовы были посвятить свою жизнь служению. И вот в одной семье он вот он попросил своей матери, что когда их ребенок вырастет, чтобы они отправили его к нему во Вриндаван. И по милости Гопал Бхатта Госвами они и вот этот мальчик потом, когда Гопал Бхатта Госвами спустя много лет пришел, он увидел, сидит какой-то мальчик на камне у храма Радха Рамана. Ну, в то время он был очень маленький. И вот Гопал Бхатта спросил, кто ты, откуда ты пришел? Сказал, меня зовут Гопинат, ты помнишь? Ты был в Сахаранпуре, в доме моего отца и матери, и ты попросил отправить меня к тебе. И вот отец и мать дали мне наставление служить тебе. Да, хорошо, заходи. И вот он. И вот этот Гопинат, этот мальчик, он пошел, ему не принял омовение, получил мантру, начал поклоняться. Гопал Бхатта Госвами тоже иногда поклонялся ему, но в основном все пуджи совершал вот этот Гопинат, сын браманский. И потом
в их семье еще один мальчик родился, брат Гопинатха, Дамодара его назвали. И в итоге это Дамодар и его жена, они тоже пришли, чтобы слушать Гопалбхати Госвами. Это долгая история, времени уже мало. И в итоге, что случилось, наш великий Гуру Прасад, Шринивасачарья, он пришел во Вриндаван, чтобы получить урок от Джива Госвами Пада и принял прибежище у лотосных стоп у его Гопалбхати Госвами. И какое чудо, поскольку Гуранга Махапрабху пришел в форме. Махапрабху сказал Вишнупридеве, что я в форме Шринивасачарья приду. Нитянанда пришел в форме Нарутама Такура. Адвайта Госвами пришел в форме Шьямананды Прабху. Для массивной, обширной проповеди. Что такое обширная проповедь? Сейчас у нас есть какие-то ложные представления об этом. Если мы будем изучать их лилы, то в сводниках Махапрабху, то поймем, что такое обширная такая массивная проповедь. То, изучая лилы Нарутама Такура, мы поймем, что это, как он благодаря своей проповеди менял сердца множества людей. И сегодня Рупа Санатана, когда они ушли с этого мира, он тоже хотел оставить этот мир. И вот сегодня день, когда он оставил свое тело, Гопалбхати Госвами, Вайшнава. Если вайшнавы, они видят, что мы не искренне занимаемся всякой ерундой, то вайшнавы, они могут прекратить говорить харикатху, сиддханта вечер и оставить этот мир. И такое также случилось с моим Гуру Махараджем. По идее, он должен быть жить лет 120, ну или 112 хотя бы. Но решил оставить свое тело раньше. И так или иначе мы чувствуем боль разлуки, поскольку Гопалбхати Госвами, кто великое сокровище, с этим умом, и сложно его понять. Я молюсь его лотосным стопам, чтобы когда-то я смог понять его величие, обрести его милость, и с таким настроением я заканчиваю на сегодня. Я не мог ничего сказать о нем. И шлока, с которой начал, я должен быть объяснить, должен, но не успел. В следующий раз, если будет достаточно времени, я попытаюсь объяснить эту шлоку с самого начала. Вот. Ваша карта, которую вы себе